Великолепно, с победой на своей игре, спасибо. Хапа, как теперь новый гороскоп? Ты теперь змееносец? Не знаю я. Честно говоря, мне вообще гороскоп. Гороскоп. Гора, мать его, скоп. Знаешь, что влияет на твою жизнь? Еда, которую ты жрешь. Скушай камень. Твоя жизнь изменится радикально. Покушай салата и запей это все, я не знаю, какой-нибудь активией. И у тебя все в жизни будет прекрасно. Начнешь пить ртуть, твоя жизнь скатится опять в говно. Так вот что решает. Не сук звезды. Не сук звезды на небе, когда ты родился. Гороскоп это такой плебс просто. Ну, гороскоп это просто реально... Просто ад. Просто ад. У меня есть бро, который вечно говорит, про двух других моих друзей, типа, ну вы спорите, типичные два овна. За что, конечно, два овна сразу агрятся на него и говорят, что, Олень, что ли, завали, педла. Так, не гороскоп, но а знак зодиака, 13-й. Ты хоть представляешь, сколько сейчас пар... С пар и браков распадется? Да. Может... Я ж себе даже это представляю. Прости, дорогой, мы прожили 5 лет счастливой жизни, но теперь... Оказалось, что мы с тобой не подходим другому... по гороскопу. Арибидерчи! Прости, дорогой, не для меня твоя... Не для тебя моя роза цвела. Так, ладно, давайте пока что тогда покомбируем. Меня так девушка бросила, лол. Радуйся, Мишкова, твою мать, радуйся! Это самая счастливая вещь в твоей жизни, и ты до сих пор не понял, что это самая счастливая вещь в твоей жизни. Нет, наоборот, теперь я понимаю, почему в нашем браке проблемы. Все дело в том, что мы, оказывается, несовместимы. Пока. Господи, Шатра, твой вариант куда более гримовый, чем мой.